Волонтеры, спортсмены и пензенцы, решившие пополнить ряды доноров, собрались у областного клинического центра крови. Наш регион в числе 72, где с сентября по 10 ноября участвуют в акции «Давай вступай». Ее проводят в поддержку Федерального регистра доноров костного мозга. Официальным лицом движения является Артем Алискеров. Бегун из Твери, сам прошел все круги химиотерапии, поборол болезнь. Считает, что рак – это еще не приговор. У меня изначально миссия была просто людям показать, что жизнь после онкологии существует и может быть лучше. А дальше уже она переквалифицировалась уже в непосредственно донорское вот это движение. Мы постараемся наполнить информационное поле о том, что это безопасно, безболезненно. И вот это словосочетание «костный мозг» не такое уж страшное. Мы имеем рекрутинговый центр доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток. И участвуем в формировании также вот этого регистра. Поэтому, как вы видите, сегодня пришло много желающих, кто хочет пополнить данный регистр. Это очень важно для онкогематологических больных, потому что регистр у нас еще молодой, он начал с прошлого года функционировать. Для того, чтобы у онкопациента был шанс на спасение, необходимо найти генетического близнеца. Сделать это можно, лишь имея базу данных желающих стать донорами костного мозга. В нашей области в регистре 530 человек. Рассчитывают, что их будет больше после акции. В ее рамках Артем Алескеров совершает марафонский забег. Поддерживает своего коллегу-легкоатлета, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Денис Облязин. Никогда нельзя сдаваться, всегда нужно бороться. Если тяжелейшие заболевания, то нужно всегда искать выход и бороться. При любой болезни можно жить и бороться с ней, когда ты борешься сам, не сдаешься. 42 километра по Пензе – такова протяженность маршрута амбассадора Артема Алескерова. Старт дает Денис Облязин. Старт, ребята! Удачи! Бога!